2023 году три сельхозпредприятия Башкортостана получили 126 миллионов рублей субсидий с бюджета на мелиорацию. Компании «Нерал», «Чишмы» и «Базы», а также фермерское хозяйство «Старцево» из Абзелиловского района закупили поливальные системы и организовали орошение 1200 гектаров сельхозугодий. Общие затраты составили 253 миллиона рублей. Благодаря участию в федеральной программе им возместили половину затрат. Заместитель премьер-министра правительства Ильшат Фазрахманов отметил, что за 5 лет в республике уже реализовали 9 проектов по гидромелиорации на общей площади в 3,5 тысячи гектаров. Отбор проектов осуществляется комиссией, создаваемой Минсельхозом страны. По словам профессора Аграрного университета Расула Гусманова, в настоящее время в стране в оборот можно вовлечь порядка 13 миллионов гектаров сельхозугодий. Мелиорация позволит расширить посевные площади плодовых, ягодных культур, овощей, бахчевых для обеспечения продовольственной безопасности и качества жизни и питания нашего населения. Кроме того, это позволит расчистить земли, осушить там, где это необходимо. Кроме того, мелиорация позволяет создавать новые рабочие места, то есть интенсификация сельскохозяйственного производства возрастает, вовлеченность местного населения тоже увеличивается. В прошлом году Башкортостану выделили 472 миллиона рублей на мелиорацию земель. В планах Минсельхоза Республики к 2030 году искусственно орошаемая площадь должна составить более 100 тысяч гектаров.